короче, на сотку. Это чел, видимо, без звука смотрит стрим. Мне, наверное, придется вебку подрубать и языком жестов с ним разговаривать. А не идиот. Закрой ебало. Жив, что ли, стример? О, да. Там завали свою ебало. Завали ебало, я тебе да, говорю. Иди уроки делай. Тебе завтра в школу, блядь. Как ты начал говнуть, казала, молодец. Я тебе ногу нахуй прострелю, ты на физру потом не пойдешь, чел. Нормально, что он меня обзывает ни за что. Я тебя просто нахуй послал, всего лишь. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Слышь, лысый. Иди нахуй, реально. Да, понял, нахуй, иди. Сам иди туда, говно тупое, иди дом. Детдом, понял, блядь. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый трогательный короткий рассказ, блядь. Чего у тебя галочки на канале нет? Не заслужил. Родительский комитет из какой-то школы по всей России подал жалобу, что их сына захуесосили, и чтоб мне не давали галку за это. Сегодня я и поел, и... Что ты, блядь, делаешь? Я тебя, наоборот, сука, занюхать хотел, а ты меня бьешь. Иди нахуй, я не хочу ДМ устраивать. Полиция, арестуйте дебила. Военная полиция, арестуйте дебила. Ебаный урод, я тебя отбеливателем напою потом, дебил. Да ебаните его уже, кто-нибудь он заебал меня бить, блядь. Ребят, плотная зига каждому, ебаните черного. Человек лицом к стене, пожалуйста. А может ты лицом к стене станешь, может ты отъебешься от него, а? Пошли всех нигров, Пройдите. Себя шокером в анус херакни, блядь, придурок. Ну мы же адекватные люди. Компанию ты перепутал, кажется, пацан. Адекватные люди. Мы. В прямом, адекватные люди, это иди к другим как бы. Хули ты стоишь? Ну... Блядь, а деньги? Масленок, слышь сюда, блядь. О, ясно, хуй. Тайминг, блять, какой же ты просто лучший, нахуй! О, здравствуйте, а почему вы похожи на пидора? Согласен, блядь. Выжил нахуй! Загасили. Ой, еще один, еще два. А почему вы на пидоров похожи? Аэро, ты можешь, пожалуйста, понять? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Развод на 3 гривны. Выкинь того, кто будет сейчас память. Ебашь. Уничтожить. А кто? Вон он. Синий. Да не убить, придурок! Ну я деньги получил, нормально, все нормально, я деньги получил. Лохи, открывайте, мы вас разъебем каждого один на один здесь, выходите. А вы на пидоров похожи. У меня крестик есть, выходи, сука. А у меня ключи, о, на пидора. Так, ребята, сходите, сначала мусор. Нет, давай, сначала давай, идет мусор, ломай. Первый вход. Мусора не жалко. В раз ход он идет. Реально, давай, еба. Если не сложно, дай волыну, я там разъебашу каждого еба. А у меня есть. О, давай. Так, ты пизда. Мужики, впустите, мы с молитвой пришли. А в чем смысл было взламывать дверь, если ты не знаешь дальше, как ломать входные? Да похуй, разберемся на месте. Договоримся. Чела. Блять! Открыли огонь, мужики! А куда стрелять? Ты видишь, перебейте там всех. Ну мы постараемся. Ой-ой-ой-ой, там открыли огонь. Слышь, стой, долбоё! Стойте, ребят, тишина, переговоры! Переговоры, блядь! Переговоры, сука, вы идиоты! Не стреляйте, блядь! Я хочу жить, я хочу выйти! Открой двери, придурок, на ФД своих! Я выйду, дальше давай им пизды! Открой, я хочу выжить, блядь, дебил! Выйти дайте, блядь! Дайте выйти нахуй! Да пошли вы все нахуй с такими рейдами! Придурок! Не получилось. Че картошка? Горячая картошка. Засунь ее себе в сраку. Сейчас, я знаю, как взломать. Подожди. У меня есть секретный код. 1488. Блядь, ты взломаешь когда-нибудь этот кейпад сраный? Я не могу понять. Взломай его, блядь, уже. Да отойдите. Куда отойти, блядь? Что ты делаешь?
Я надеюсь, он когда-нибудь все равно его взломает. Святой отец, Таня! Это папочкой, пожалуйста! На-на! Вау-ы! Вау-ы!